Сегодня у меня на тесте камера Canon EOS 200D. И я испытываю такой режим меню с указателями. Вот сейчас будет уличная фотосессия. Я буду снимать в режиме приоритета выдержки, естественно, ТВ я установил. И вот в режиме с указателями, посмотрите, как замечательно выбирается выдержка. Сразу виден полный диапазон выдержек, и вот этим вот колесом я регулирую этот параметр. Ну вот, для уличной съемки тоже у нас такой пасмурный день, я устанавливаю параметр порядка 1/500 секунды. Я думаю, что это позволит в движении фотографировать. Попробую сейчас сделать серию кадров, поймать интересные моменты. И теперь я тестирую режим съемки с проводкой. В данном случае нам необходима выдержка 1/15 секунды порядка. Здесь вот как раз этот индикатор показывает такой смазанный человек, но у нас получится комбинированный эффект. Одновременно будет и смаз, и резкое изображение на переднем плане. И теперь попробуем сделать серию кадров. Я переключаю в Live View, приготовиться. Раз. Хорошая штука, красный автомобиль в пасмурную погоду. Так, посмотрим, что у нас получится. Вот важно попасть синхронно с движением машины, так, чтобы получилось резко. Объект на переднем плане был полностью в кадре. Здесь полезная штука, конечно, система стабилизации. Еще последнюю попытку и посмотрим результаты. Отлично. Thank you.